Называется видеосъемка-репортаж. Выезжаем в Нижний Новгород! В Нижний Новгород! В Нижний жди! У нас какая-то жопа, мы не можем найти наш путь. А им весело вообще всем. Подумаешь, Нижний Новгород опоздаем. Да, ребят? В Нижнем Новгороде. Депс. Счастливое лицо опоссума. Опоссум. Удали это. Ехали в наши апартаменты, заселились. Телки орут, а смотрят, а я хочу. Или... Да господи, нормальные леди едут наводить красоту. А ненормальные леди остаются дома спать. Вот я не остаюсь дома. И я. И даже лысая. А лысая. А я уже, кстати, не лысая. Лысая не надо, она просто как бы с нами, с компанией. Кать. Это от этого, да. А ты что, еще закончила только ниткой? Вот шалава. А что, надо еще повторить? Давай, специально. Давай, давай. Оборви все брови к херам. О, боже мой. Не заслужила. Что, не заслужила? Тёлки. Посмотрела я, значит, финальную серию пацанок. Обревелась, косметика вся смылась, сижу и думаю, за что? Очень трогательно, очень. Бритни, паскуда, снимает самый не лучший ракурс, но ничего, я сегодня ей отомщу. Хотя, почему только сегодня, у нас еще 2,5 недели вместе. По-моему, ты мне мстила, только и делала, что мстила все время. Только за что, я не знаю. Вот за это. Пока наводили красоту, поняли, что мы страшно опаздываем. Оксана! Что ты хакнула? Пошли! Страшно опаздываем, страшно! Катя на фан-встречу, уровень геморрой. Я позвоню. Господи, все, выходим. Депутат! Короче, мы уже подъехали в склад. Ожидаем вас и тёлочек. Потому что только я депутатша и Лерка. И вон еще вот эта дамочка. Непонятно кто, но я тоже здесь. Рок! А депутат? Депутат! Нет! Кто мы? Пацаны! А ничего, что мы леди? Ребят, тысяча извинений, тут немножко все задерживается, немножко опаздывается, поэтому не переживайте, все сейчас будет. Да, Депс? Да. Да. Поэтому ждем девочек, и сейчас все будет. Почти все готово. Лапина сломался компьютер. Компьютер сломался. ЛПП, что делать? Да это жесть. Просто у нас все идет если через что, задницу. Это мой компьютер. И мне очень обидно. Да, будем брать в следующий раз 3 компьютера. В Уфу, например, или в Минск. Надеюсь, я фотик свой. Просто трэш. Да господи! Смотри, кто это? Ребят, просто 300 человек на фан-встрече. Это просто unreal. Мы, ЛППшки, просто в шоке. А еще мне подарили очень крутую подушку, цветы. А мне ничего не подарили. Задумайтесь. Ребята, просто такой шок. Поэтому, если кто еще не успел купить билет на следующий город, будем это делать. Пожалуйста, не покупайте. Вываливайтесь из клубов, понимаете? Бегом. Всех ждем. Вообще-то на Нижнем Новгороде. Девушки, можешь с вами? Еще раз. Ну, ребята, короче, походу мы в Казань не едем, потому что к нам не приехал автобус. Он не берет трубку водитель. Короче, просто, как обычно, все классно. Спасибо всем. Мы, как бомжи, сидим на вокзале, не можем найти трансфер до Казани. Слон на сегодня тоже отменяется. Я нахожусь просто в аду. Просто Бритни сгугарут. Спасибо, депутат. Депутат сходит с ума. Мы бомжи. Еще тут ругаются бабульки. Другая бабулька врет, что она не у нее нет дома, ее нашли. Тут, короче, полный трэш в Нижнем Новгороде. Депутат, ты вообще где находишься? Я в дурдоме. Я тоже. Ну, в дурдоме.